Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений зарабатываем SLT токен. Сегодня, друзья, я захожу в кабинет, сделал очередной вывод, 1000 там с хвостиком монет. Сейчас вам покажу Back to Dashboard. Вывод пришел где-то в районе часа. Страничка загружается. И обратите внимание, появляется вот такая вкладочка новостная. И здесь говорится, что на данный момент действует акция «Приветственный бонус». Дают 30 SLT монеток. Это, друзья, только новым зарегистрированным пользователям. Также тут все это переводим и читаем. Как долго он продлится, я не знаю, потому что когда мы регистрировались изначально, нам давали 50 монет. Потом первым 5000 зарегистрированным пользователям давали 50 SLT токенов. Сейчас вот дают 30 SLT токенов. Как долго продлится акция, как я уже сказала, не знаю. Имейте это в виду. У меня баланс по нулям. Идем в вывод. Минимальный вывод отсюда 500 монеток. Минимум. Далее история. И это мой второй вывод. Готовые. Я выводила 1056 монет. Ну, столько там монеток еще. Точка 50, скажем так. Все замечательно. Мои монетки пришли. Это вот история платежей. На CREX24 мы выводим. 28.04. Пополнение. SLT монетка. 1056 монеток. Идем в счет. Сюда я вбиваю SLT. Здесь еще нет, как бы, потому что еще идут как бы обработка. Они как бы уже в кошельке, но когда будет 12 подтверждений, они появятся вот здесь. Как видим, я предыдущий раз, а вот они и появились уже. Вот мои монетки, вот у вас на глазах. 1056 монеток. Так, давайте перейдем на рынки. Я предыдущий раз выводила 520 с чем-то монет. Я их сразу же обменяла на биткоин здесь. И вот мне там в комментарии написали, что лучше на CREX менять на Dogecoin, что здесь на битки большая комиссия. Вот, ну да ладно, убиваем сюда SLT. Это у нас токены. И вот так, одна монетка у нас SLT BTC. 11 сатох. Снизилась. Монетка. Недавно я смотрела, была больше. Но цена плавающая. Выше, ниже. Я пока как бы не знаю, менять, не менять. Вот. И вот лучшая цена за 12 тысяч. Ой, за 12 сатох. Вот у меня вот такая сумма. Все замечательно платит. Значит, далее что, друзья? У меня сделан апгрейд. Я почему так долго не делала видео? Я как бы не выводила. Я собирала монетки на апгрейд. И вот если мы зайдем в апгрейд, я за 1000 монет насобирала. Купила апгрейд себе. Это все чисто, я сюда не пополняла, у меня нет депозитов. И вот за 1000 монеток я сделала себе апгрейд. И у меня я сейчас вот этот, две монетки. За одну рекламку я получаю две монеты SLT токен.
Вот. Так. Далее, что мне дали? Я не знаю, почему так, но мне дали, когда я купила, сделала апгрейд, вот это членство купила, мне дали 10 тысяч трафика. Вот у меня сейчас 9 тысяч. И 200 монет на Пурша за баланс. Это у меня уже мои заработанные, так как я купила пакеты за 200 монет. Также я размещаю на трафик баланс, вот этот трафик, размещаю рекламку. Также у меня просмотрен на данный момент серфинг, 10 серфинга, чтобы мне за пакет шли начисления. Ну и еще рекламку я еще не смотрела, у меня 25 рекламок по 2 монетки. Согласитесь, неплохо. Кому интересно, пользуемся, неинтересно, проходим мимо, все замечательно, проект платит. Бокс, также у них есть соцсети на Facebook и Telegram. Пока-пока.